Приветствую вас и смотрю, вам очень серьезно тут все написали, прямо так однозначно говорят, что ваш мужчина вами манипулирует, шантажирует вами и, вообще-то говоря, никакое самоубийство совершать он не собирается, а это просто игра такая, чтобы как-то привлечь к себе внимание и, собственно, получить от этого какие-то выгоды для себя. Ну, что можно сказать вот именно по факту? Вы знаете, я бы, вот лично я, не стал бы судить как-то уж слишком категорично, что ли. Потому что, знаете ли, есть риск того, что можно ошибиться там. И ошибиться, знаете, очень так сильно. Поскольку я считаю, что ошибиться мы права не имеем никакого, я постараюсь дать вам ответ, немножечко, наверное, отличающийся от тех, что вам уже дали. На момент написания этого ответа вам дали три эксперта вам ответили, и я попробую вам как бы дать информацию немножечко с другой стороны, чтобы как-то отвлечь от такого восприятия ситуации. Мы, конечно, не можем знать наверняка, манипулирует ли мужчина вами или нет, потому что, может быть, у человека действительно какие-то проблемы, может быть, мужчина и правда переживает по поводу того, что у него недостаточный доход и так далее. Но, тем не менее, вне зависимости от того, что мужчиной движет, можно совершенно спокойно сказать, что он поступает эгоистично по отношению к вам. Ну вот, есть, например, у человека какие-то проблемы. Ладно. Проблемы, в принципе, такая, знаете, субстанция, такое явление, бывает со всеми, бывает периодически, и никуда, к сожалению, от них не деться. Про философскую составляющую проблем, про психологическую составляющую проблем можно разговаривать, но не думаю, что вам это как-то поможет. Потому что проблемы-то ведь не у вас, а проблемы-то у молодого человека. Вот. Но мне все-таки кажется, что и у вас в некотором роде, в некоторой степени, есть проблемы тоже. Потому что вы одна пытаетесь тянуть своего мужчину, одна пытаетесь спасать его, и одна вы пытаетесь что-то для него сделать. А мужчина, он просто, ну, принимает то, что вы для него делаете, ну, и все. Больше от него как будто бы и не требуется ничего, на самом деле. Это, знаете, позиция очень плохая и порочная. А главное, есть сильные, большие сомнения в том, как человек к вам относится. Потому что, ну,
относись он к вам хорошо, относись он к вам с любовью, относись он к вам с нежностью, с трепетом, с лаской, если бы он волновался о вас, то он бы подумал, ну вот хорошо, он хочет покончить жизнь самоубийством. А как же вы? Как же вы будете без него? А как же он, если вы останетесь без него, вы будете страдать. А если он умрет, он не будет вас видеть. Так как же все-таки мужчина может, испытывая к вам любовь, так мыслить? Вот этот вопрос, на который, мне кажется, вам нужно в первую очередь найти ответ. Потому что если мужчина действительно вас любит, он сделает, вообще-то говоря, все, лишь бы быть с вами. Пока я как-то, знаете, не увидел у него желание и стремление сделать все, чтобы быть рядом с вами. Вот. Как угодно можно назвать его поведение, но уж точно не стремление быть с вами вместе. И вот с этого-то момента вам и нужно исходить, что мужчина думает о себе. Каждый раз, по сути, когда он говорит, что я хочу там покончить жизнь самоубийством, да, каждый раз мужчина в этот момент, он думает о себе, не о вас. И это значит, что как-то вот не очень-то сильно, судя по всему, вы его волнуете, к сожалению. Ну, а дальше, я надеюсь, мы с вами, находясь на такой вот волне, находясь на таком вот настроении, мы с вами скажем так, что давайте по возможности не будем заниматься утрированием. По возможности давайте не будем сгущать краски. И по возможности, еще раз повторю, по возможности, будем спокойно относиться к тому, что мужчина делает, как мужчина себя ведет, и что такое вообще склонность к суициду. Знаете, склонность к суициду — это, в принципе, болит. То есть это неумолимая такая тяга к смерти. И мужчина в этой ситуации ничего сделать не может. Он и не хотел бы, может быть, кончать жизнь самоубийством. Но это сильнее его. И поэтому это так и страшно. Страшно, когда ты как бы не владеешь собой. Страшно, когда у тебя появляется неодолимая такая вот тяга убить себя. Поэтому суицидники, они не говорят, что они себя убьют. Суицидники берут и себя убивают.
И попытка суицида бывает неудачной. Попытка суицида бывает там, конечно, и удачной в несчастных случаях. Но это именно действие. А ваш мужчина, что он делает? Ваш мужчина, он говорит, что покончит жизнь самоубийством. Именно его слова заставляют сомневаться в серьезности его намерений. И здесь бы вот порадоваться за то, что не все так серьезно, да. Порадоваться бы, что мужчина неправду говорит, что он в действительности там не собирается себя убивать. Но ведь это очень сильно бьет по вам, по вашей психике, по вашим нервам, по вашему, наверное, даже здоровью, я бы сказал. И вот это плохо. Плохо, что мужчина о вас-то, оказывается, совсем не думает. И вот именно этим, именно, точнее, даже не этим, а именно от этого вам и нужно бежать. Потому что в противном случае это будет продолжаться бесконечно до тех пор, пока мужчине это будет выгодно. Или пока вы будете терпеть. Еще раз хочу вам сказать такую вещь. Если мужчина, если вообще любой человек хочет покончить жизнь самоубийством, то он это сделает. Так или иначе. Всегда. Вот, пожалуй, и все, что хотел бы вам сказать я. А решать вам. Либо вы будете тратить время на человека, которому вы не особо важны, либо вы будете жить своей жизнью. Надеюсь, что помог вам. Если ответ понравился, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!